всех видеть, слышать, отражаться в ваших глазах. И сегодня для меня огромное удовольствие и большая честь быть с вами в день города Гомеля. Это очень приятно. И несмотря на погоду, вот такое количество людей очень радует. Спасибо вам, что пришли. Петь будем? Ладно, сейчас пару проверочных песен сделаем, а там видно будет какой репертуар. Так как песен у меня много. Уж как в степи гуляли. Нет, смотрите, вот одни только женские голоса. Я вижу так, что люди хотят петь, и мы вас слышим, несмотря на то, что расстояние такое. Давайте все вместе, вот это хей-хей-хей, чтобы вот враги это услышали и испугались. Давайте, поехали. Вместе с группой «Эскадрон». Помнишь, как в степи гуляли? Выбирал ты сам себе коней. Твой последний конь, дьявол и огонь, за тобой всегда готов был в бой. Помнишь, как тебя любил он, гордо под тобой ходил он. Как из рук твоих хлеб и соль он ел, был в бою так безнадежно смел. Когда песня называлась, мне еще было 64 года, и песня называлась «Когда он не будет, 65». Вот, я эту песню спел, и мне на радио сказали, что год мы ее будем крутить, песня хорошая, но
тебе уже все, больше 65, и не будем эту песню уже крутить, давай новый текст какой-нибудь. И она написала песню, которая стала называться «Жить так жить». Ее точно пел в Гомеле когда-то, я помню, приезжал. «Просто будем жить, жить так жить», может быть, помните. А сейчас мне уже больше 70, поэтому я отважился написать еще один текст. Теперь эта песня называется «Когда мне будет 85». Но тут нужна поддержка. Ну, примерно так же, как вот песни Исаула отзывались. Значит, я буду... Как жить? Гениально. Как будто все время, да. Тогда сложная музыкальная фраза, просто нужно за мной повторять. Ва-па-па-ра-рам, ва-па-па-ра-рам. Уже поем. Па-па-па-ра-рам, ва-па-па-ра-рам, ура-ра-ра-ра-ра-ра. Кто-то один повторил. Спасибо, товарищ. Так, ну хорошо, еще будет такое место. Я буду петь. А если я остановлюсь и на дороге покачусь, сибры помогут, друзья помогут мне, сказав, давай держись. Вот это давай держись, это от вас. Друзья помогут мне, сказав, давай держись. Отлично, я буду держаться, друзья мои. Поехали, жить так жить, когда мы будем эти пары. Жить, 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 жить
Послушай, я на море, море, сына, море, море. Я ясные дни поем, оставляю себе. Смертного полка и нести пожелтевшие фотографии наших предков-героев. Мы всегда будем вместе, мы все будем бессмертны, мы все бессмертный полк. Течет река бессмертного полка по улицам, проспектам, по стране, свою оставив вахту в небесах. Шагают предки с нами, как живые. Течет река
бессмертного полка. Течет река бессмертного полка. Течет река, и нет конца колоннам. Шагает в ряд и маршал, и солдат. Из фотографий лица, как с иконы, не закрывая глаз, на нас глядят. Шагают с нами смертью, смерть поправ, как в 41-м мир прикрыв собою. И наша жизнь не кончится пока. Течет река бессмертного полка. Течет река бессмертного полка. Чтоб мир спасенный не забыл героев, идет взорвав забвенья тишину. Проходит вечность полк бессмертный строем, идет опять. Поэтому, ну что говорить, лучше один раз послушать. Песня называется, новая песня называется «Мама Родина». Не была она гламурною дивой, да и с родословной не очень. И не думала, как быть ей счастливой, работала днем и ночью. Занималась всем сразу и нами, поднимала нас оболтусов юных, как могла кормила и одевала, последнее отдавала. Мы капризничали, но своротили, она всегда нас думать учила. Иногда дарила джинсы и жвачку, только нам хотелось больше много. Вашу веру на зарытых могилах.
вашим души хрипят. Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их. И теперь они вечно в глаза нам глядят. Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах. Позвала их Россия, как бывало не раз. И опять уходите. Спасибо, друзья. Группа «Эскадрон». Это все для вас. Цветы народному артисту Российской Федерации Олегу Газманову от руководства области и города Гомеля.